Цариковский, студент. Владимир Черепанов, мы студенты Державного университета телекоммуникации. Скажите, как ваше впечатление о мероприятии? Шикарно, такой уровень. Просто, как бы так выразиться. Не каждый день ты такое видишь, сколько много людей, интересных тренингов, умных лекторов. Нам очень нравится. Что вы рекомендуете другим студентам? Приходите на ЦИСКО. Еще время есть, так что... Целый день впереди. Спасибо. Я Седанкин, университет телекоммуникаций, поступаю. Как ваше впечатление о мероприятии? Ну, как и несколько лет назад, все хорошо организовано, интересно. Ну, конечно, желательно выспаться хорошо перед всеми докладами, но в целом рассказывают хорошо. Понравилось очень вступительное слово, последующие доклады. В общем, неплохо. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Максим. А где вы учитесь? В промышленно-экономическом колледже НАУ. А как вам сегодняшнее мероприятие? Замечательно. Спасибо. Ответка опросим. Понравилось, не понравилось. Колесник Александр. А вы где учитесь или работаете? Я работаю в компании «Агромарс». А как вам сегодняшнее мероприятие? Отлично. Высокий уровень, много докладчиков, много нового материала, который можно использовать в работе. А что понравилось? В целом мероприятие, конечно, высокого уровня. День добрый. Меня, значит, Антон зовут. Ну, я работаю в компании «Вега». Это интернет-провайдер такой, может, кто знает. Ну, работаю я сетевым инженером. Сдал курсы CCNA, меня перевели, собственно. Ну, вот, попал на мероприятие. Мероприятие нравится, достаточно интересно. Вот. Приятно послушать коллег, более продвинутых, которые могут посоветовать касательно сетевой безопасности. Все нравится. Ну, я бывший студент КПИ, на данный момент являюсь студентом сетевой академии. А мероприятие, ну, очень интересное мероприятие, впервые на подобного масштаба мероприятиях присутствую. Выбрал тематическую группу «Безопасность сетей». Сейчас было два доклада, ну, второй меня вдохновил более, на первом чуть не заснул. Ну, в принципе, мероприятие очень положительное. Я как бы всем советую тут принять участие. Меня зовут Вадим Бакомов. Работаю я в фирме Genesis. Занимаемся продвижением новостных порталов Нигерии. Как вам сегодняшнее мероприятие? Очень нравится. Очень много интересного и очень приятная обстановка. Спасибо. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в IT-сфере вместе с ЦИСКО.